Лето прошло, но и осень, тоже пора активного отдыха. В парке Степанова открылся долгожданный роллер-дром. Площадка в 2000 квадратных метров заасфальтирована и размечена. Три дорожки для скоростного катания и две площадки для начинающих роллеров и для фигурного катания. Удобные лавочки, чтобы переобуться. Действительно, это большое событие в жизни города. Парк Степанова у нас, видите, очень активно развивается. Появился скейт-парк. Появились спортивные дорожки, освещение и роллер-дром. Я думаю, что такие же площадки у нас появятся в ближайшее время, уже в следующем году и в других парках нашего города, чтобы как можно больше жителей города, гостей нашего города занималось в парках спортом, развивали свои физические возможности, просто хорошо отдыхали. Специализированных площадок для катания на роликах в городе до этого момента не было. Катались в основном в парках, скверах, на площадях, где асфальт ровнее. Но это доставляло неудобства пешеходам. Была возможность получить травмы. Это действительно единственная, наверное, площадка, но несмотря на Олимпию. Но Олимпия – это крыто, и там все-таки очень холодно. А здесь, когда солнышко светит, тепло, так замечательно. Вот. И тем более сюда можно прийти, как я понимаю, бесплатно покататься и... Никто тебе мешать не будет. Даже наоборот, есть кому помочь в обучении мастерству фигурного катания. Юля на роликах уже больше 10 лет. Всему училась сама. Теперь на новой площадке будет обучать начинающих любым трюкам. Совсем скоро здесь начнет работу и прокат коньков. А зимой катание можно будет продолжить уже на ледовой площадке, чтобы быть в форме вне зависимости от времени года. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.